Ну, это действительно как кино, потому что я столько смотрела видео, вот именно с этого начиналось место, и с этого все заканчивалось. И сегодня я была здесь, это как, знаете, на киностудии, где вот снимают, то есть в декорациях я такая сегодня побывала, так интересно, честно. Ну иди вон, посмотри, да, стадион там. А, спасибо. Я была на этом спортивном празднике, но там было столько людей. Вот такой вид, да? Это жить вот в таком подъезде, это вообще просто... Какая красота! А правда, как Кришна, в декорации. Да? Наверху Хануман, и Кришна, и Будда, и Иисус Христос, Заратустра, все лидеры величайших религий, да. Провайдеры. Бог един, провайдеры разные. Сайрам! Как хорошо. Это моя, да, Washing Lady. Она всегда приходит, детей у нее все больше и больше, больше и больше, да. Сейчас, подержи, сейчас я это. Там, по-моему, 17 или 16 штук было. О, какое счастье. Успела, только Саше позвонил, говорит, а это мы им сладости дали у нас. Сейчас мы богатые. Все происходит. На сладко. Да, как все вовремя происходит. Да, нет, да все нормально, мы с ними выйдем на первом. This is your grandchildren? Твой. Это тоже твой? Да? What is your name? Манавлу. Манавлу? Манавлу. Манавда. Рохит, Рохит. Да, ясно. Ну и хорошо. We are living tomorrow. Бети, бета. Бета. Бети, бета. Бети – это дочка, бета – это сын. Ну вот, вы говорите, три слова знаете. Он пять. Светочка, золотая моя, мы завтра улетаем, в гости приходи. Когда ж тебе прийти? У тебя все время люди. Караван-сарай. Ой, не закрывай, не закрывай. Закрывай. Ага. Ты когда будешь? Опять уходишь, видишь? Ну да, мы сейчас пойдем пошопимся немножко, а потом, может, заскочу. Ты дома, да? Да, дома буду, заходи. Давай, все, давай. Пока. Какая жизнь-то тут хорошая, правда, Свет? Вообще, райская жизнь, в раю живем. Я, кстати, заметила интересный момент, дважды уже слышала. По улице мужчина встречает какую-то женщину, такой говорит, ой, добро пожаловать в рай. А потом видела другую историю, женщина уже мужчине говорит, с возвращением в рай. Да. Тут, видимо, как принято, все считают. Нет, это просто ощущения внутренние такие. А так интересно, как... Нас так распирает тут. Мы, ну, не знаю, в жизни просто, мне кажется, привыкли, что есть разное горе, у нас разные оттенки, печаль, грусть, тоска. А к радости мы оттенков не видим. А здесь, смотрите, как интересно. Куда ты приезжаешь? Куда приезжаешь? Там один вид радости. Ну, тоже благость. Сюда приезжаешь, здесь тоже очень хорошо, но уже по-другому. В Гагарне было вообще прекрасно, но тоже по-другому. То есть другие оттенки радости. Все по-разному, совершенно разные вибрации. Я даже здесь приезжаю, мне сложно одеть там западную одежду, даже гуамскую одежду сложно одеть. А я сразу одеваю, да, пенджаби. Ну вот сегодня-то я сейчас иду просто форсануть в этом бохо. Людочке показать свою обновочку. Сейчас у нас... Наверное, последний шопинг. Может, мы и завтра еще успеем шопануться немножко. Посмотрим. Я приехала с одним рюкзаком. Мне вообще, мне казалось, даже много вещей. А уеду я, ну, там килограмм 15, наверное. Это что? Где? Что ты там? Не знаю. А вот это. Вот, пожалуйста, тапок там, мешок. Тапок, мешок. Ой, смотри, сколько у них всего. Даже велотренажер какой-то вот у них есть. Продажа. Нет, это не гараж сейл. Это у них нормально, ну, как бы цены. Это, ну, как это, вот юзано это, да? Ну, типа как секонд-хенд, это бэушная, да. Не знаю, где они берут. Наверное, у тех, кто ремонтировал. Кто-то неплохо жил, раз велосипед этот, да. Да, да. А где он? Нету? Ну, ладно, потом. Нету Тейлора, пошли. Безобразие. Сайрам. А майн Тейлор, но? Лефт? Да, нет. А, хорошо. When come back? When? Через полчаса вернется. Хочешь? Люда, ну ты будешь богатой. Я уже и
Смотрю, и тетенька сидит, думаю, наверное, под Хануман кафе интернет подворовывает. Так, девушка, у тебя новый нарядик. Красивый, да, у нее? Да. Это у меня уже с первого же дня. А у меня вот. Ну вот я же говорю, нарядилась. Боха. Я знаю, что боха, да. А то не начали. Это я, нет, я смеюсь, потому что ибо... Еще конфеты. Батюшка, это откуда? А это из Вологды. Это из Вологды. С приветом. От Гали с приветом. Спасибо большое, дорогая Галя. Сколько сладостей. Ой. Бабок не ругаем ни в жизнь вообще. Немецкая шоколадочка. Это Саске приехала, наша соседушка. Ой, слава и принесла, тебе, Господи, да, шоколада, говорит. Вот, пожалуйста, спасибо, примите. Как она? Я буду к реке, а вы идите тогда. Давай. А мы с тобой сходим на набережную вообще хоть раз? Сходим, видишь, не приехал. Пошли, мы тебя проводим к реке, а потом пойдем к нашему дяденьке. Алло, ready? Tomorrow, when? Same time, okay? No, tomorrow, 2:00 taxi, we going airport. Inshallah, okay, ma'am. Inshallah? Before what time? 1:00, maybe, huh? 1:00? Yes, sir. Ну, смотри, husband come. Because really, we all together leaving to Goa, okay, to Bangalore. Ага, 2:00 такси. Maybe. I will give you for 1 hour. Давай. Девчонки, вот рисковый парень, он завтра в час приготовит. Yes! Останусь я без наряда Перес Хилтон. Эй, ты, турист. Сейчас ты вдам по голове, рюкзак потеряешь. Рюкзак оставь-то. Куда ты его опять тащишь? Я вон к тем прячу. Я туда. У нас свое место. Sorry, can I leave with you after husband take? Ага. Давай, ага. Все, спасибо. А? Кол. Только подумала, думаю, сейчас я позвоню мужу и сообщу, что там... Darling, I put my luggage in your tailor with Candy. Смотрите, как все по Рамболе заскучали, да? Да. И точно так же одновременно заскучали по Путапарте. Удивительно. Девчонки, можно я на чашечке посмотрю минутку? Юра. Юра Сайрам. Чего? А мы уже видели. Я мешать не буду. Привет. Идем на встречу с Налини. Да, на встречу с Налини, молодцы. Сегодня пятница. А, она каждую пятницу дает даршан. Да. Замечательно. Ага, ну, сайрам, все, счастливо. В воскресенье будет очень интересная встреча в 10 часов возле Ганеши. Гопалан, не Гопалан, Асаи Хариш. Сегодня пятница. 27 интервью. 2 детей непорочных зачатков. Чудес море. Интересный рассказчик. В воскресенье в 10 возле Ганеши. 10:30 старт на квартире Саши. Угу. Хорошо, спасибо. Мы уезжаем, но не знаю, может быть, кто-то услышит. Хотя я не думаю, что кто-то услышит, потому что пока я смонтирую. Девчонки, ну какая красота, а? Вот это симпатичная. Фухлома. Ой, Желька. Смотрите, какая. Сколько ж? Ну, здесь, да, она... А мне вот эти вот нравятся чайнички. Да, мне тоже нравятся. Стиль мне нравится. Ну и вот они, видишь, вот они, очень интересные. Ну, типа. Они такие стилизованные, конечно. А это термос, что ли, такой? А, бутылочка такая. Бутылка. Ну, посмотри, оно с ситечком. Это, наверное, чай все-таки туда. Да, я просто думаю, что на Али можно это заказать. А смотри, такой чай, где ее? В Арамболе же чайные магазины, посолки. Да, куча. Так, ну пошли посмотрим. Пойдемте. Нашу речку, потому что... Я сегодня тут выручала торговку бусиками. Я купила, короче, еще нитку утрякши. Две нитки в разнобой неправильной формы яшму, ниточку. Ну, там штук 6 или 7 камней, ага, крупненьких. И в разнобой купила еще одну
Забыла, как называется камень. Ну, вспомни, скажу. Покажу, вернее, я тебе. Я хочу ее сегодня разобрать, разрезать, помыть и лишнее выбросить здесь. Ну, мишуру вот эту местную. Это что-то брызгается. Откуда это? Сверху оно не нет. Брызгается. Оно... Кипит, кипит. Ну, посмотри, видишь? А вот оно, ладно, вот оно все. А, вон, вон. Я думаю, я уже такое волшебство как-то было. Волшебство, точно. В больнице. Разоблачили. Рассказ не читала, что мужик умирает, у него холодный пот на лбу, выступил, там уже реанимацию пригнали, то есть после выяснилось, с трубы капало. А человек уже все, и завещание написал, и помирать собрался. Так я когда вижу такие чудеса, я ищу источник. Вот здесь можно погладить. Видите, да, какой, кстати, тяжелый утюг. Спасибо. Пробовал кто-нибудь таким утюгом? Очень тяжелый. Сайрам, сайрам. Сайрам. 100-рублевые сари. Хоть не ходи. Хоть я не ходи. С пупырочками, смотри. Потрогай рукой. С пупырочками. Да-да, вот пупырочки. Бриллианты. А вот гладеньких и нету. Шершавенькие все такие, шершавенькие. Ну, это надо вообще в этот процесс углубляться, идти, да, и углубляться. Спуститься в полуподвал прохладный. И начать часами усесться, там усесться. Медитировать. Сайрам! 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 Серьги какие-то приятные. Что там нашли? Вот они. Серьги с бриллиантами, да, это сами. Классно. На пляж. Это, знаешь, кому хочу купить? Не пяти. А, точно, точно. Она же вот носит такие вещи. Ом Сайрам. Вот такой браслетик. Много ручек с Сайбабой. Браслет вот такой на руку. У тебя новый бизнес. Мне не нравится. Мне нужно, знаешь, какие маленькие. Ну вот, вот, вот такие примерно ей. Она не такие не носит. Лонг. Будет маленький. Вот это некрасивые. А, ну бизнес, давай. Сари у меня есть. Зажим, булавка как на галстук, но это на саре такая булавочка, я думаю. У меня, как у нас на пляже, прямо нет бизнеса. Представляешь? Смотри, какая прелесть. Что это такое? Это резиночка для волос. Нет, это на руку браслет, да? Для малышки. А я могу сделать эту резиночку. А можно сделать как резиночку для волос? Ну, скотчем еще. Ой, какой будет красивый. Вывел, вывел. Парень, девчонки, девчонки, смотрите. Петушок парень вывел своих девчонок в ресторан. Ешьте, не отказывайте себе ни в чем. Пригласил. Красавчик. Нашел место и привел. Сразу трех. Красавица какой, ухлый гастый. Да, ноги такие. Как ногой, как газ? Нет, с таким лучше не спорить. Где? Вот здесь я какие-то сережечки маленькие купила, которые мне очень-очень... У этого парня я покупала. Сайрам. Маленькие... Вот, девчонки, вот кто ищет вот эти? Вот здесь тоже они продаются. А меня спрашивают, да, где в Гуа, где, я не знаю. А здесь на каждом шагу, как оказалось. Это вот для палочек ароматических. Ставишь сюда палочку, закрываешь, и она никуда не сыпется, пепел не сыпется. Так удобно, так удобно. Это убрать можно. Если надо конус, вот сюда можно поставить конус, разжечь или ладан, кому что. А вот здесь вот так дымится. No change color. No change color. А вот я говорила, слышишь? Надо тебе не тот браслет, а вот это, смотри, это как бы наподобие цветочки для волос. Я люблю.
Это как жасмин якобы. Девчонки у меня делали хвостики так красиво, вот в таких штучках. 150. Вот такие вот прелестные, да, маленькие. Маленькие. Возьми белые. Белые возьму. Вроде нормальные, да? Угу. Будет жасмин у тебя в волосах. А я здесь всегда себе покупаю, и мне кажется, очень красивые. Очень. This is very nice. No change color. Что-то, не знаю. Вы думаете, серьезно не получится это сделать резиночку? Да получится. Смотри, а вот такие. Ой, я так, я вообще ехала, думаю, ничего не буду покупать. Опять 4 мешка нам купила. Зачем? Надо. Тоже надо. А где ты делала мехенди-то? А вот здесь вот. 100 рупий. 100 рупий рука. И, ну, как бы, по сравнению с тем, что делают на пляже. Очень красиво. Красивые какие у нее браслеты у девушки. Сейчас, вот интересно уже. Вот браслет. Смотри, какие красивые браслеты. Вон, видишь? Very nice. Ну, какие? Какие мне для девочки взять? Эти? Ой, вот все возьми. Маленькие, мне кажется. Вот эти, да? Маленькие джумки, да. Бахубали. Бахубали. Ну и вот здесь много всяких разных джумки. Вон, бриллианты. Сумка WhatsApp. Ну, девчонки у меня пока вон повышают благосостояние продавцов. Я наслаждаюсь чисто поглядеть. 280, 180. Не, ну что это, по 10 рублей скидка. Когда я мы поехали вокруг Путапарти, он такой 600. Говорит, 600. Людмила говорит, 500. Я говорю, 400 и поехали. Он что-то кочевряжило, как мы путешествовали. Нет, как мы сегодня хорошо покатались. Красиво. И все. В общем, согласились на 400. Согласились на 400. И мы приезжаем, он такой, 450. Я говорю, это что это такое? Говорю, за отпитки пошел. Ну, в общем, ругался, но взял 400. Ну, Ира, надо уходить. Так, пока ветер без камней. Это я раз, два, три, четыре, пять. Держи. How much? Just take. Держи. Это разделители кристаллов. Уходим, 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 уходим. Ну что ж, Ивалингом за сколько? За 80? Ну и отлично. Я говорю, это много очень. Много. Мама, you no buying shopping my shop. I only help them and I am making advertisement for your shop. I'm making реклама. Now all people will see and come and buy everything. Теперь нужно зарплату вам попросить. Да, он говорит, что это ты, мама, ничего не купила. А я говорю, я тебе рекламу делаю. Ага. Ничего не купила. Теперь говорю, вот все увидят, какой у тебя товар чудесный. Ага. А я, вот, например, как торговаться можно. Пришла. Но он поэтому мне и хорошо уступил. А вот на дерево желаний путь. Что? Я его обожаю. У меня дома стоит. Так мило, по-моему, да? Ой, у меня такого же размера, по-моему, такой же формы. Очень мило. И он у меня стоит там же, вот знаешь, как ганешек у меня стоит. Шивалинка.
Колокольчики я собираю. Отовсюду привожу разные-разные колокольчики. Так, разуваться будем, не будем? Нет. Что-то здесь не прибрано после праздника. Пойдем реку смотреть. Я же не видела, я же только бегом пробежала. Хочу очень четроварки посмотреть, полноводную. Ты посмотри, как их сморило-то. А здесь прохлада от воды идет. Вот около берега не снимай. Красоту снимай. Да, надо красоту снимать. Да. Пошли сюда. Сэра. Ой, какое дерево красивое вот напротив, прямо вау. А я эту курту купила первый же день. В этот приезд, да? Да. Ты знаешь, у тебя тут много-много слоников, и они все бегут. Я из-за слоников и купила, не собиралась курту покупать. А цвет понравился, и думаю, что там за какие-то букашки? Подхожу, думаю, букашки, да это ж слоны. А я вначале подумала, что это графический какой-то просто рисунок. А тут а ты он посмотри, так и смотрится, слоны. Как будто а я подумала, думаю, мошки какие-то, букашки. Да. А это слоны, думаю, ну что ж, я возьму слонов-то. Слоны нам нужны. Слоны нам нужны. Слоны – животное полезное. Да. Белые птицы, белые птицы. Чайки, что ли? Я думаю, это вот цапли. Цапли, точно. Белые птицы, они потом сядут на пальмы и будут смотреться, как огромные белые фонарики. Мы сегодня видели эти цапли на рисовых полях. Мы же сегодня ездили вокруг, по окрестности осматривали, и на рисовых полях на чеках сидели эти цапли. Да. Красота? Красота необыкновенная. Очень красиво. Все время без ног. А вот с ногами. О, смотри. Ти-ти-ти-ри-ти-ти-ти. Почти живот не видно. Ирка, смотри, какая ты худючка. И какая я. Три шкафа. Твои фоточки лучше, ты мне пришли. Хорошо, вот я тут. А ты. А я бегемот. А ты, А я. По-моему, вот это неплохо. Ну, только я, меня вот так мысли еще обрезать. А ты шикарно. А вот здесь вот, да, в принципе, смотри, неплохо, неплохо. А меня вот так надо, вот так. Оп. Нет, лучше в ту сторону, как начиналось, меня спрячь за угол. А так. Ой, вообще. Ира, вот так, свежим. Идеально, да, со всех сторон. Щеки забыли втянуть. Ой, да все равно красавицы. Красавицы, куда деться? Ой, какой хороший запах тут кругом палочек. А где они жгут благовония? Здесь вроде и не жгут. А, жгут, да? А здесь маслица, наверное. Здесь вот под масленочки. Да, здесь пахнет. Ага. Мы уже говорили, да, что нужно нанди загадывать желание на левое ухо. Да. И сразу шире. Только надо вот так вот... Мне говорили нет. На лингам смотреть. Я ходила в Варанаси, мне сказали, нужно просто нашептать на левое ухо. И вот, девочки, и вот вспомнишь сразу крошечку-хаврошечку, как она тоже коровке на ушко говорила, да? Это и думаешь, а традиция. Наша ли это сказочка? Может быть, она пришла вот отсюда? Да нет, сказочка сюда от нас пришла. Вот в чем вопрос. А кто его знает? Кто на ком кто стоял? Кто на ком стоял, да. Белые птицы летят. Здесь так прям душа умиротворенно, очень тихо. Не забудь фоточку уши. Я обязательно сделаю. Пакистанской принцессы. Ну, представляете, как мне... Ну, я считаю, что мне просто повезло. То есть я сидела и болтала. Где? С пакистанской принцессой. Фотопартией в ашраме. В ее квартире. Случайность, непознанная закономерность, значит, надо было. Да. Шанти. Здесь другой вид шанти. Тут в Индии в каждом городе свой вид шанти. Отлично. Ладно, побегу я. Вы тут тоже желание загадываете. Да, мы там это сейчас здесь ему нашепчем. Я все рассказала, что хочу. И очень тебя прошу, передай это Шиве. Помоги. Так, и я тогда пошла пошепчу. Иди, пошепчем. Пошепчемся мы сейчас с Нандей немножечко.
вами завтра, Ирина, уже. Давай, все, давайте. Вы там решите сами с Сашей, как чего он с этими чемоданами. Я думаю, сидите до такси. Нечего суетиться. Нет, ну я занесу в любом случае вам. Да, ты заноси, ага, чего осталось. А я в позе чайника. Ой, что там, сахарница. Сахарницы. А с вами еще увидимся сегодня.